Ребята, всем привет! Сегодня я покажу, что, ребята, я успел, ребята, нарисовать. Сегодня я покажу все рисунки, которые, ребята, нарисовал. Даже, ребята, которые вы еще, ребята, не видели. Первый рисунок – это Вантусмен и черный спикермен. Вот так, ребята, я их как-то нарисовал. Вот так, ребята, у них по коже. Сейчас, ребята, покажу второй рисунок. Второй, ребята, рисунок, вы, ребята, уже его видели. Это, ребята, агенты против скибидистов. Вот, ребята, Вантусмен, тут всякие, ребята, агенты. Это, ребята, вот такой. У меня, ребята, еще есть рисунок. Это когда, ребята, еще не появился Титан Твумен. Третий, ребята, рисунок. Это вот такой вот, ребята, рисунок. Вот, ребята, я рисовал агентов, вот таких вот, ребята, Джимена 3.0, там, Камерамена 2.0, вот Вапушка, вот Спикермен Титан 2.0, так, вот такие тут скибидисты, ребята, еще есть. Так, ребята, следующий рисунок, вы, ребята, уже видели его, как я, ребята, его рисовал, это, конечно же, сейчас, ребята, вот он. Это Большой Твумен. Да, ребята, я его тоже, ребята, умею рисовать. Только, ребята, это был по-другому. Ребята, я его нарисовал. Так, ребята, теперь это вот такой вот рисунок, ребята. Вот, ребята, это голова Твумен, которая, как, ребята, летит. Большой Камерамен на джетпаке и Вантусмен. Да, ребята, если вы хотите, чтобы еще, ребята, я что-то нарисовал... Да, ребята, напишите, кстати, в комментах, что мне, ребята, нарисовать еще. Так, вот такой вот, ребята, это Титан Камерамен. У меня есть, ребята, вот такой вот рисунок улучшенного Титана Камерамена. Камерамена, так. Вот так он, ребята, выглядит. Рисунок Титана Камерамена. Его тоже, ребята, убираем. Так, ребята, у меня еще есть вот такой вот Титан Твумен. Я, ребята, еще рисовал Титана Твумена 3.0, когда, ребята, он появился в 60... Вот такой вот, ребята, у меня Титан Твумен 3.0. Так, следующий, ребята, мой рисунок, это Титан Пакамен, Компьютермен Титан. Вот так вот, ребята, я его нарисовал. Вы, ребята, уже его видели в кое-каком видео. Так, ребята, следующий, это Титан Твумен 2.0. Вот, ребята, он появился, да, это уже не 3, это еще не 3.0, а 2, ребята, я 0 нарисовал. Вот так, ребята, я его нарисовал. Да, ну так, прикольно. Ну и последний, ребята, как рисунок на сегодня, это вот такой вот у меня есть еще рисунок. Это Титан Камерамен 2.0 вместе с Титаном Клокменом. Я, ребята, нарисовал. А нет, ребята, это еще не последний. Так как, ребята, вы знаете, я еще рисовал вот, ребята, Гамми Бера. Вы, ребята, его уже знаете, я его строил в Майнкрафте. И Шайлушая. На, да, ребята, вам больше, конечно, Шайлушай нравится. Мне, кстати, тоже. Гамми Бер тоже прикольный, ребята. Следующий, ребята, еще у меня есть рисунок. Сейчас, ребята, я вам покажу, как он выглядит. Так. Это, ребята, у меня... Не вот этот, ребята, вообще не этот. Так, сейчас, ребята, найду. Вот, ребята, он. Вот он, ребята. Это вот такой вот Вантусмен, ребята. Это какой-то Вантусмен, какой-то Камерамен. Да, это на больше на Вантусмена похоже. Также, ребята, у меня есть Титан Прожект, Титан Проектормен и Титан Спикермен. Титан Спикермен 1.0. Так, ребята, и вроде последний, как, ребята, рисунок я хочу вам показать. Так, ребята, сейчас я найду последний рисунок. И, ребята, ладно. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Вот такие, ребята, у меня рисунки Скибиди Тойлет. Если вы, ребята, хотите, чтобы я еще какие-то нарисовал... Ладно, ребята, я с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся, ребята, в следующем видео. Так, да, ребята, у меня вот такие тут всякие прикольные рисунки. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем спасибо и всем пока-пока, ребята. Напишите, ребята, в комментариях, кстати, что мне еще нарисовать. Всем пока-пока!